Чего мои колосы? А где еще один? Вон он еще один. Что, вам попить налить? Давайте сейчас попить налим, видите? Кушай, кушай, ладно. Я понял, это ты родственник. Я-то думал, ты чужой кот. Выгонять тебя хотел. Даже ударил. Немножко ударил, толкнул его. Я думал, сейчас будет отбирать еду. А нет. Не обижает их. А вы покушали уже, да? Они покушали? Это твои дети, что ли? Или кто это? Ну, похоже маленько. Похоже, да? Что-то есть. Так вот это чей? Вот попить налил. Котяка. Так, нате. Сухарик его. Здесь сухарики вам кину. Сюда кину. Все, кушайте. Кушайте, кушайте, я вам кинул, покушать. Везде раскидал. Вот водичку даже попал. Все, кушайте, кушайте. Где еще? Ладно, поздно пришел. Надо было при свете. Он там кушает, кушает, кушает. Сухарики хватает. Молодец. Там тоже рыженьки кушает. Вот попить вам. Давайте, пейте, пейте. Водичка есть. Где водичка здесь? В мире животных. Вы смотрите программу «В мире животных». Где третий? Беленький, он самый боязливый. Где он? Мужики, где третий? Тарелку перевернули. Ну кто так кушает? Третьего зовите, где он? Вон он третий вылез. Третий. Второй и рыжий. Где рыжий? Вон он рыжий. Все, давайте. До свидания. А ну-ка, как поживают наши друзья маленькие? Водички нету. А где они все? Где они?
Где твои кошаки? Где они? Знаешь, или что? Где они? Че ты? Кушать просишь или жалуешься? Так, их мама взяла половину котлетки и куда-то убежала. Сюда. Ну-ка, куда она там убежала? Ну-ка. Мелкий, будешь котлетку? А? А? Не-не, мелкому, давай мелкому дадим, вон. На, мелкий. Субханаллах. Что, не видишь, что ли? На, мелкий. Где еще котята? Рыбная котлета, свежая. Только что сам кушал. Маленький котенок.